Звенигород, жемчужина Подмосковья, окрестности города утопают в зелени. Берега Москвы-реки придают живописности и колорита этим местам. И сейчас, и несколько столетий назад они притягивали. Сегодня это излюбленное место тысяч паломников и туристов. Именно туризм местные власти готовы развивать как одно из перспективных направлений. Концепция развития нашего Одинцовского городского округа, она направлена на именно экологию, на то, чтобы... Туризм – это та самая платформа, которая, в общем-то, удачно ложится на всю градостроительную деятельность всего нашего района, развития нашего района. Это и медицинский туризм, это и экотуризм, и событийный туризм. И можно перечислять бесконечно. Поэтому мы сегодня максимум показали тех возможностей, которые у нас есть на территории. Наталья Галкина в ходе визита в наш округ посетила сразу несколько объектов на территории Звенигорода и дала свою оценку. Территория потрясающая, очень хорошие музеи, где можно достаточно хорошо и светски в том числе провести, но используя, узнать историю и религии, и Руси. И я считаю, что это замечательно, вот можно провести выходной. Храмовый комплекс в Бушарино – уникальное сооружение. Здесь не только можно духовно восстановиться, но и погрузиться в историю. Этот гроб, он там символически сделан, как будто немножко часть Соловков мы перенесли сюда в память того, что у нас нижний храм, который находится вот внизу, он в честь соловецких святых, Зосимы Соловьи Германа Соловецких. И вот все, которые люди приходят, очень удивляются, как символически здесь сделано, вот, сложено. Вот, это, конечно, были потрачены очень большие труды. Все приходят и чувствуют какую-то особую благодать, заходя вот в этот гроб. В планах у муниципальных властей развивать событийный и экотуризм, проложить туристические тропы и маршруты, чтобы привлечь к нам не только жителей Подмосковья, но и всей страны. Туризм, который мы развиваем на территории нашего Одинцовского округа, это еще такая просветительская направленность. Поэтому и детские маршруты, и родители с детками мы всех ждем к себе в гости. Мария Шматкова, Екатерина Тулупова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».